А перед просмотром видео я хотел бы вам посоветовать канал Шама GT. На его канале здесь можно найти Грифер Шоу, также Let's Play с модом Pixelmon, открытие кейсов Counter-Strike Global Offensive и многое другое. Ссылка на него в описании, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon, и добро пожаловать в наш 5-й сезон, 13-ю серию. И что, ребята, что я решил? Все-таки нам нужно сделать кучу себе сундуков, потому что это уже офигеть. Я уже даже не знаю, куда эти все вещи складывать. У нас уже тут все заполнено, можно сказать. Давайте вот это выложим. Ух, я в этой серии хотел себе сделать кучу покеболов, чтобы пойти на охоту. Твою ж мать. Я хотел себе сделать в том-то смысле, что хотел. У нас есть только два ультрабола, 4 даскбола и дайвбол. То, что я хотел себе сделать, но в чем прикол? У нас же нету нижних частей. То есть нам нужно... нам, ребята, нужно сделать себе... Точнее, не сделать себе, а пойти добыть железо. Я не знаю, ребят, я бы с удовольствием пошел в шахту. Я не знаю, как вы, но я бы действительно пошел. Потому что без вас я не хочу добывать, потому что могут быть такие люди, и, надеюсь, вы все в курсе, что могут сказать, что, то есть, вот Эдисон читер, добыл себе кучу там железа, а в шахту даже не пошел. Поэтому, наверное, ему лень было, да, пойти в шахту, он просто с креатива взял, да и все. Есть такие люди, поэтому я даже не хочу, чтобы обзывали читером. И я бы действительно даже с удовольствием бы пошел в шахту, потому что мне это нравится. Но я не знаю, как вам. Ну, давайте сначала, перед тем, как пойти в шахту... Потому что, смотри, ребят, я хочу пойти в шахту, чтобы добыть себе кучу железа, чтобы уже себе наконец-то... Не себе, а уже наконец-то продолжить делать кучу покеболов. Потому что вот мы в одну серию начали охоту, да, и в одной серии мы охренеть сколько добыли... Не добыли, а словили новых покемонов. Вроде 5 или 6 новых покемонов за одну серию. Ну что, давайте быстренько пробежимся. Свамперт, вы можете читать имя всех. Свамперт, Райчу, Блазикен, Фанпи. Тут. Давайте, да фиг его знает. Как, ну, допустим, вот так будет, да и все. Тут дальше у нас кто? Тимофей Юров, но тут еще у нас не прокачанная эволюция. Сейчас у нас есть Кадабра и... Чуртвик и Гротл. Я выбрал уже двух новых людей, которые попадут сюда, которые активно комментируют. Если сейчас вы, ребята, не попадаете сюда, то это не значит, что вы сюда вообще никогда не попадете. А у каждого человека есть своя очередь. Много людей комментирует и много людей я записываю. Есть такие люди, знаете, которые просто хотят очень попасть в музей. Они приходят и сразу пишут. Все, я сейчас буду активно комментировать. И за пару минут там пишут около 30 сообщений, и все, и потом уже перестают комментировать. То есть они думают, что вот сейчас напишу 30 сообщений за одну минуту, увидят, что я поставил 30 сообщений за пару минут, и типа, оху, нифига себе, как я много комментирую. И все, и больше не нужно комментировать, потому что я уже кучу сообщений написал, и я уже 100% попаду в музей. Ребята, это не так, не думайте, что если вы раньше не комментировали, если вы дальше не будете комментировать, то вы можете зайти на одно, на два, на пару видео и просто расфлудить там все, написав свой комментарий под каждым комментарием другого человека, или просто 30 своих комментариев написать, и все, вы в следующей серии попадете в музей. Нет, вы можете, конечно... писать и по 30, и по 50 комментариев, и комментировать каждого человека, и это, в принципе, даже лучше, потому что я замечу, что вы не только пишете комментарии, а и пишете комментарии на комментарии других человеков, можно и так сказать. Но не забывайте, что это нужно делать каждую серию, и в предыдущей, и вот сейчас, что серия вышла, и в следующих сериях. Ну, короче, нужно на всех сериях писать комментарии, а не только на одном. Написать 100 своих комментариев, и все, вы думаете, написали 100 комментариев, и вы попали уже в музей. Нет, ну вот эти человеки, которые я сейчас напишу, они действительно комментируют. Первый — это у нас Кэшкюб. Спасибо тебе, это действительно просто очень, ну, я тебя замечал, что ты, в принципе, много пишешь, и поэтому действительно тебе спасибо, продолжай комментировать, не забывай, если перестанешь, то вылечишь из музея, но постарайся, я думаю, не перестанешь. И потом, следующий — это у нас Дирлинович, я не знаю, я потом посмотрю твою, хотя, ну, ща. Да, вот так ты пишешься. Я просто
забыл, как ты правильно пишешься. Тебе тоже спасибо, этот человек вообще очень долго комментирует, прям очень много, и что самое главное, очень долго комментирует. За что тебе тоже огромное спасибо, то, что ты участвуешь в лагах. Да, что-то залагало. Нет, но за то, что ты участвуешь в обсуждении каждого видео, и за это тебе действительно спасибо. Так, ну что? Ну что? Давайте, ребята, сначала поспим. Хотя, зачем спать? Я хочу Зуруа, да, Зуруа. Я хочу попробовать найти Зуруа, только я не помню, где она спается. Мы ее вроде... Я помню, в предыдущих версиях, да, допустим, взять предыдущие версии, то я помню, Зуруа спавнилась у нас на острове. У нас на острове это было и как бы пляж, да, море, и был там небольшая равнина. Получается, что Зуруа спавнится в равнине, это во-первых. А во-вторых, она спавнилась ночью, поэтому она может заспавниться ночью, но я не уверен. То есть, давайте сейчас немного полетаем. Если найдем какую-то офигенную шахту, то туда спустимся. Потому что, ребята, вы меня тоже поймите, я тоже в том смысле, что я понимаю вас тоже, что вы не всем нравится смотреть, как я хожу в шахты, как я еще что-то делаю, но тоже поймите, что это часть, ну ладно, это нельзя назвать выживанием, но часть игры, то есть без ресурсов мы вообще ничего себе сделать не можем. А добывать несъемки я не всегда хочу, потому что я уже объяснял почему. Нет, она не тут спавнится. А потому что многие люди могут написать, что, например, я читер, да и все. И им ничего не объяснишь, они так будут думать и придерживаться своего мнения. Поэтому, сейчас, давайте-ка мы выключим шейдеры. И что самое классное, у нас сразу тут есть уголь. А уголь — это очень хорошо. Ну, в том смысле, что, ребята, у нас угля нету, потому что дома у нас нет угля. У нас там 10-20 угля осталось, это не так уж и много. И плюс к этому, нам сейчас, если мы спускаемся в шахту, нам нужно сделать хотя бы несколько факелов. А факелов у нас, к сожалению, в данный момент нету. Поэтому, в принципе, этого хватит. Там уже дальше рыться не будем. Давайте еще вот это возьмем, да и все. Ребята, прошу прощения, если вам не интересно смотреть, как я хожу в шахту, но я еще раз объясняюсь. Это часть игры, потому что без ресурсов мы себе ничего не сможем сделать. А что нам делать без ресурсов? То есть, о, ну, алюминий, в принципе, давайте тоже возьмем. С алюминием тоже можно сделать. Опа. Я бы тебе хренакнул чем-то, но боюсь зафигачить. Давайте старая. Ща, ребят, я просто смотрю, чтобы не убить. Вот этим вингатак было бы офигенно, но он нас быстрее убьет, мне так кажется, да. Ну давайте гротлом, я не знаю, чем бы тебя зафигачить. О, нормально, разрлив, нормально. Но он нас тоже убьет, но... Давай еще один, не критуй. Ху, ну более-менее. Так, сейчас давайте попробуем. Ультрабол и Даскбол. Я хочу Галета, он вроде... Это его первая эволюция, Гулет, потом... Ну, вроде да. Гулет еще... О, замечательно, ребята, новый наш покемон. Я рад, потому что Гулет, я, в принципе, хотел его словить. И мне интересно, что вылупится с яичка. Да, многие люди пишут, что там есть баг, можно посмотреть, кто вылупится, но я не хочу через баг смотреть, я хочу, чтобы это была неожиданность. То есть вот сейчас мы ходим, бум, и сейчас кто-то там вылупится. И будет интересно, если какой-то нормальный покемон. А если нет, то... Ну ладно, посмотрим. Тут... Опа. Это чё? Это тоже алюминий, да? Ребята, еще раз извиняюсь за то, что я сейчас иду в шахту, но все же это часть игры. Если вам не любит, если вам вообще не любится похождение в шахту, то я не знаю, можете пропустить эту серию, но желательно, но все же в том смысле, что в шахту, да, согласен, не все любят ходить. Иногда это скучно, но это часть игры, поэтому нужно. Что-то мне, у меня такое ощущение, опа. Опа. У меня такое ощущение, что, в принципе, тут свинка, свинья. То есть они, походу, заменили в моде Пиксельмон все спавны на вот такие, то есть мирные. Ну, фиг его знает. Ладно, сейчас. Да, в принципе, тут ничего такого, что мы можем взять. В принципе, давайте ничего не будем брать. Пускай будет.
Ну такой, вот такой спам, да, попался. О, зато железо возле него есть. Что очень офигенно. То есть смотрите, ребят, 6 железа это уже 10. Это уже 10 покеболов. Ух, что-то меня глючит, я не знаю почему. Так, у нас есть... Ну, в принципе, все, у нас уже, можно сказать, есть 15 покеболов, мы уже можем уходить. Но, если мы еще уйдем с 15, ну, с 15 штуками покеболов, то нам опять нужно будет возвращаться через пару серий. Давайте, знаете что, давайте еще прокопаемся. Так, сейчас, секунду. Ну ладно, давайте прокопаемся, если тут шахты не будет, то я даже не знаю. Может, домой идем? Потому что, действительно, не то, что очень я хочу идти в шахту, но было бы офигенно, если бы мы что-то нашли. Или алмазики, или железо, или, ну, алюминий мы уже, в принципе, нашли. Нам, в принципе, ребята... О, как раз шахта, о, как раз железо. Нам нужно, если честно, даже тоже золото нам нужно, да? Одно золото это получается только одна... 9 золота это получается... Не 9, а 8 золота это получается только одна раркенди, но все же... Это нормально. Так, может даже одна раркенди потом пригодится. Вот, смотрите, мы спустились в шахту. В этой серии мы добудем себе железо настолько, что нам в следующей в следующих сериях даже не нужно будет ходить в шахты. Ребята, не зря мы пошли в шахту. Ну почему думали, что мы зря пошли в шахту? Мы зато добыли себе фосил. Где он, мне интересно? Тут просто, знаете, у меня тут куча вещей, которые можно нафиг выкинуть. Вот. Я не знаю, кто это, честно, я так не различаю, но... Но. Смотрите, мы пошли в шахту, у нас уже сколько? У нас уже 20... У нас уже больше, чем 20 железа. А 20 железа... То есть, смотрите, ребят, нам нужно... Ну, чуть-чуть пойти в шахту, просто на очень короткой... На очень короткий... период времени, да, и все. И мы себе добудем ресурсы настолько, что нам в ближайшее время даже не нужно будет ходить в шахту. Поэтому одну серию можно потерпеть и можно сходить в шахту, чем потом каждые 2-3 серии ходить в шахту. Потому что если бы мы добыли 10... Например, мы бы добыли 10 железа, да? Ну, например, сделали бы мы себе 15 покеболов. 15 покеболов нам бы хватило на пару серий, если, например... Не с каждого же покебола ловится покемон, да? Поэтому мы бы потом кого-то словили, да? Словили, не словили, потом словили, и все. Покеболы закончились, нам опять нужно добывать железо для того, чтобы пойти в шахту. Так, ребята, я немного тут добываю угля, то есть я это ставлю на паузу, потому что это, в принципе, очень долго, и угля тут много, а уголь мне, если честно, нужен. Чем больше угля добудем, тем на больше время... Да чё ты глючишь-то, я не догоняю. Ладно, чем больше угля мы добудем, тем на больше время он нам хватит. Поэтому сейчас это все нужно добыть. Так, что тут у нас еще есть? Еще железо чуть-чуть есть. Ну как чуть-чуть? 3, 4, 5, 6, 7... Ну, смотрите, у нас уже полстака железа. Полстака железа это очень офигенно, потому что 3 железа это 5 нижних частей покебола. А 30 железа это просто дофига. Так, ну все, я добыл. Но что офигенно, ребята, у нас есть первый фосил. Первый фосил в этом сезоне. Я знал, что тут кто-то будет, но я догадывался, потому что тут, в принципе, очень много фосила. И как раз нормально. То есть первый фосил... Ну, не фосил, а гравий. Почему я... Ну, в принципе, это ассоциация такая, да, где много гравия, там, и фосил, и поэтому иногда, может, забываюсь и говорю вместо гравий и фосил. Но, чтобы нам еще сделать себе фосил покемона... О, как раз сломалось, поэтому давайте, пока я буду делать. Чтобы нам сделать еще фосил покемона, это, ребята, еще, в принципе, нужно немного потрудиться. В том смысле, что... нам же нужно еще сделать машины для переработки, ну, в смысле, фосил машины, а фосил машины не так-то и... Ну, в принципе, не скажу, что очень долго делаются, но все же сделать их нужно довольно-таки быстро, чтобы уже себе сделать фосил покемона. Первого фосил покемона в этом сезоне. Так, это давайте сюда поставим. В принципе, больше я ничего не вижу. Не вижу, что можно выкинуть. Так, ладно. Знаете, мне один человек мне подал еще одну такую, знаете, даже прикольную идею. Сейчас я тут... Ого, как раз. Идея какая? То, что... Чтобы в музеях сделать... как это можно сказать? Там, где у нас стоят обычные покемоны, да, например, вот на... Так, о, опа.
Я бы тп-кнулся туда, ну ладно, давайте. ТП 59, 16, минус 3, 130. Вот, замечательно. Чтобы потом обратно сюда тп-кнуться. И тут минус 3, минус... Так, минус 3, 70, минус 99. Ух, если бы ты еще не глючил, было бы офигенно. А ты еще и шайни... Ребята, я... Ты что-то глючишь просто нереально. Я не понимаю, почему вот такие иногда зависания есть. Ну, ладно. Ребята, не словим Мэджикарпа. У нас нету покеболов, и поэтому я действительно говорю, нам тупо нужно идти в шахту. Если мы его раз кем-то ударим, он умрет. Может, я не знаю, может быть грот вам ударить. Ребята, мы еще и дайвболом словили Мэджикарпа. Замечательно. И обратно в шахту, вот так быстренько. Так. Замечательно просто. О, и тут еще и куча железа. Смотрите, ребята, мы сейчас добываем стак железа. И стак железа нам хватит, на принципе, очень продолжительное время. Потому что со стака железа мы себе сможем сделать больше, чем два стака покеболов, мне так кажется. Что, в принципе, очень... Че ты... Я не знаю, ребят, видны ли у вас эти проседания. То есть там может скорачивается вот это время, когда оно проседает FPS. Но у меня это длится пару секунд. Фиг его знает. Ну ладно. Так, опа. Может тут еще сейчас фасилок будет. Нет, нету, но зато есть. Это какая высота? 13-я. Нифига себе, зато тут алмазы могут быть. Опа. Ну там такого ничего. О, зато у нас уже стак. Ребята, у нас уже стак железа есть. Мы уже сейчас выбираемся отсюда, то есть долго мы тут засиживаться не будем. Вот так. Сейчас, тут стак и вот тут, замечательно. Тут, в принципе, еще идет, нету стака, но... это классно, ребят, классно, потому что, смотрите, мы пошли в шахту, мы нашли фосил. Первый фосил покемон в этом сезоне, что очень классно, мне кажется. Так, просто я смотрю, не залагало ли, я уже знаю, когда залагивает, когда я взлетать не могу. Так, главное сейчас еще не упасть сюда, точнее, не вступить в лаву. Замечательно. Ну, давайте еще тут пройдемся, что тут есть. Золото. Ну, в принципе, золото нам тоже пригодится. Или это не золото, а железо. Ну, фиг его знает. Ну, вроде золото. Да, золото. Может, тут они выглядят так одинаково. И цвет. Ну, в темноте цвет, поэтому не различишь. Так, тут еще. О. Все, ребята, все, мы уже сейчас выбираемся, мы словили из Shiny Magikarpа, мы нашли один фосил покемон, и это замечательно, и это... О, это мы круг сделали. Это за того, что мы пошли в шахту. И давайте еще сюда, может, спустимся, может, тут еще, вряд ли тут есть что-то. Так, ладно. Это то, что мы спустили в шахту, то есть мы... Да что ты... Мы добыли себе... Shiny Magikarp, а то если бы мы сюда в шахту не пошли, то вряд ли бы там и Shiny Magikarp заспавился. Но все же, это замечательно. И добыли фосил, то есть в шахту мы пошли, добыли фосил, и все. Первый фосил в этом сезоне. Так, тут еще есть что-то? Вряд ли, да. И это, ребята, здорово, потому что фосил покемон, это всегда классно. Так, ну больше я тут, если честно... Вряд ли, если честно, мы тут что-то найдем. Тут уже даже и проходов нету. То есть такая небольшая, если честно, шахта. Какая-то высота 28. Тут нет уже ничего, поэтому мы возвращаемся домой. 75-260. Давайте, да, вот, отлично. Опа. Ху. Отлично, сходили в шахту, добыли фосил. Нашли Shiny Magikarpа. И это классно. Так, давайте вылечимся. Я еще раз прошу прощения, если вам не понравилась эта серия в том смысле, что мы ходили в шахту и мы не ловили покемонов. Но даже в том смысле, что мы пошли в шахту, мы уже словили одного покемона, еще и нашли одного шайни покемона. Это классно. Нет, мы еще и гулета словили. Точно, мы двух словили, ребята. Знаете что? Так, в первую очередь. Ух, ну тут куча этого. Давайте вот так. И давайте, все железо нужно. И вот сюда это забираем. И вот тут, в принципе, тоже. Так, вот так. Нужно уже себе тут делать где-то вот это.
крышу уже хотя бы себе сделать, чтобы уже распределить, где у нас тут будет склад. Потому что мне уже так надоело, если честно, вот это, что и крыши у нас нету, нифига у нас нету. В смысле, что дом такой не очень, ну, еще не законченный. Фу, так, вроде все. Ой. Тут у нас голд. Все, ребята, давайте на этом уже заканчивать. Вот точно, что я хотел. А давайте мы выложим уже Свамперта сюда. То есть он у нас уже прокачанный, зачем мы будем его таскать? А вместо Свамперта давайте возьмем... Давайте возьмем Мэджикарпа. Смотри, какой там дайвбол красивый. Как он выглядит. Так, ага. А я думаю. Вот так. А где вот эта хренотень? На букву Г. Вот она. И до сих пор не работает. Ага, вот тут нужно. Не знаю, нет. Давайте, вот. Вот, отлично. Кто с яичка вылупится, мне интересно. Так, сейчас залагивает капот, ребята. Magikarp наш. Отлично. Давайте на этом заканчивать, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы пошли в шахту, я надеюсь, что вам хотя бы даже эта серия понравилась, то, что мы ходили в шахту. Большого мы ничего не сделали, зато мы себе добыли, ребята, мы себе добыли стак железа, который нам хватит на пару стаков, на пару стаков покеболов. То есть, ну подумайте сами, как лучше. Если мы добудем, пойдем где-то вот тут на улице, найдем 10 железа, сделаем себе парочку покеболов, и через 2-3 серии, опа, Зруа. И как раз... Ну, да твою мать, что ты глючишь-то, а? Зруа. И поэтому, ребята, как лучше? Если мы, например, пойдем в шахту, добудем 5-10 железа, потом через какое-то время, ну, сделаем себе покеболы, да? Кого-то словим, и потом покеболы, и потом как бы у нас кончатся они. И потом через пару серий нам опять идти в шахту, потому что у нас кончились покеболы. Так? Я боюсь теперь тебя бить. Так, через 2-3 серии, ребята, нам опять нужно будет идти в шахту. Или, например, мы сейчас пошли в шахту за одну серию. Плюс к тому, что мы не обычных пошли в шахту, а плюс к тому, что мы еще добыли себе и фосил покемона. То, что мы пошли в шахту. И сейчас нарубили себе столько железа, что хватит на пару стаков вот этих. Замечательно! Я уже надеял, я уже думал, что фиг мы словим Зру, а ну словили. И то, что сейчас у нас... Мы наловили себе... Наловили, просто словил Зруа и уже. То, что мы добыли себе офигенное количество железа, и то, что сейчас оно хватит нам на офигеть какое время, потому что нам хватит больше, чем на пару стаков покеболов, да? Ну, разных болов. И поэтому, в принципе, сейчас нам даже в шахту не нужно. Алмазы? Ну, алмазы зачем нам? Конечно, было бы офигенно, если бы у нас была алмазная кирка, но... А так нельзя посмотреть, кто тут будет. What will hatch from this? Кто отсюда вылупится? It doesn't seem close to hatching. То есть это даже близко не смахивает на то, чтобы оно уже вылупилось. А как оно вылупливается? То есть кто-то мне давно писал, что там нужно какое-то определенное количество блоков пройти, чтобы оно вылупилось. Ну фиг его знает. Ребят, давайте на этом заканчивать. Мы словили в этой серии Гулетта, Шани Мэджикарпа и Зруа, что уже замечательно. Ребят, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.